Друзья, всем привет! Вы на канале Библиотека Ильи Кривошеева. И сегодня я расскажу о книге Алекса Повези «Восьмой детектив», который я слушал в аудиоформате. Это роман 2020 года, хотя на самом деле это сборник рассказов. Перевод и озвучка коллективные. О чем данная книга? Все истории об убийствах подчиняются правилам. Как минимум, там есть жертва, детектив и подозреваемый. 30 лет назад профессор математики Грант МакАлистер в этих правилах разобрался и написал 7 прекрасных детективных историй. Но это было слишком давно, ведь теперь Грант живет отшельником на Средиземноморском островке, подсчитывая остаток своих дней. Вдруг, как чертик из табакерки, в жизни Гранта появляется Джулия Харт, амбициозный редактор, страстно желающий переиздать те самые детективные истории. Теперь писатель, который прячется от своего прошлого, и редактор, стремящийся его понять, должны работать рука об руку. Вот только в историях Гранта полно несоответствий или, может быть, подсказок, которые приведут к новой, восьмой тайне. Мое мнение по прослушиванию этой книги. Книге я поставил 2 звезды. Это откровенно слабый сборник посредственных рассказов. И зачем сюда приплели Агату Кристи, мне непонятно. В аннотации сказано, что автор математик, и его рассказы – демонстрация его классификации всех возможных детективных загадок. Если бы автор написал простую статью своей классификации с примерами из работ известных авторов, то цены бы ему не было. А данный сборник – это, к сожалению, на мой взгляд, провальный проект. Аудиокнига «Восьмой детектив» автора Алекса Повези есть для моих подписчиков на Бусти. Ссылка на Бусти в описании. Пока-пока!